Включил, как видите, блядь, этот Санкт-Петербург. Поперло быстрее, ебашит, останавливает. Только когда вы переключаете, ну, типа, загрузками между, загрузками игр, серверов. Вот, типа, вот здесь вот. То это, смотрите, короче. Надо сначала здесь останавливать. Либо у вас пизда, компьютер нахуй зависнет. Если вы здесь сначала не нажмете кнопочку остановить, у вас компьютер нахуй современный, с любым железом, 380-м, хоть 320-м, нахуй зависнет. Поэтому кнопочку, ну, из Москвы, вон, из Санкт-Петербурга почему-то лучше идет. Что за хуйня? Должно идти лучший сервер загрузки из Москвы, потому что Ярослава с Москвой близко. А идет из Санкт-Петербурга в 5 раз лучше, блядь. Скорость загрузки серверов передачи игр. Что это за хуйня? Я просто понятия не имею, блядь.